Чего? Куда ехать? Куда ехать? Туда? Хорошо. Взлетай давай. Ребята, всем привет! Снова мы на охоте. У нас последние выходные, закрытие. Наконец-то вот какая-то более-менее зима уже устоялась. Снежок лежит больше недели. Сегодня у нас Пороша, вчера шел снег. Ну и на сегодня снег передают, так что может к вечеру эти следы заметет. И завтра последний день, 31 числа. На закрытие тоже по Пороше поохотимся. Сегодня мы с Олей, с батей, две собаки. Сейчас еще Влад со своим батей подъедет. Ну и будем стараться, как обычно, поднять зайца, а там уж как повезет. Приехали в родные места деревенские. Ну, денек обещает быть классным, так что оставайтесь с нами, вперед. Давай-давай, ищи. Где-то тут он набегал. Куда он пошел? Неужели он тут не лег? Давай, 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 давай. Походил тут конкретно. О! Куропатки. Так, подожди, так я тоже поеду. А, ты поедешь, когда с Владом едете, а мы пойдем. Ну, я стану тут. Ну. Надо, наверное, назад ехать. Давай чуть вперед. Давай к сосне тогда поехали. О. Сейчас мы переезжали и загрузили, короче, в снегу. Не смогли, ну, проехали потом, но собаки подняли, пока мы ходили там зайца, и благополучно угнали его от нас. Короче, не успели мы добыть, но зайца видели одного. Да, Оля, Сережа, машину да, загони в этот самый. Окей, туда на угол. Мы будем сейчас по дороге. Аккуратно, смотри. Собаки, собаки, за мной. Вообще, машина. Да, Олька, тут просто. Бляха, тут дебри такие. Пробуй этого зайца найди. Давай, 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 давай.
Зайчик набегал, может где-то это, поднялся от меня. Вперед пошел. Пыш, пошел? Вон он бегает. Ну тут Бен рядом. Да-да. Вот тут очень много следов. Можно пойти перейти там по канаве. Пока они тут. Вот тот уголочек пройти, где вы этот. Он весь затоплен. А-а-а. И вот там верх такой. Там, где сосенки растут. Вот там по это. Ты думаешь, это лисица? А, лось, ну! Лось. Они кунису поймали? Молодцы. Порвали сильно. Фига себе. Хорошая куничка, да? Ну. Бочину порвали. А, тут даже в двух местах. Да я слышал. Блин, а еще она дура на дерево не залезла. Тут ж есть деревья, чтоб залезть. Где-то оттуда ее выгнал. А потом тут они все уже вчером переработали. Леха, тяжелая такая. Так я уже бежал, блядь. Они дрались. Я уже не знал, что там они сдавили. Думаю, раз это разберут, что, блядь, они сдавили. Драку устроили. Я прибежал. Забираю куницу, они на берке вдвоем. Я куницу кидаю, они между собой бежут. Берку забрал. Ну Берта хоть огрызается, а этот... Леха, кот здоровый вообще. Это лишь бы погрызться. А, собаки задавили куничку. Первая в этом году. Самец такой крупный-крупный. Порвали, правда, троху. Эхо, устроили драку за эту куницу, блин. Пыщевая, бляха, дрались, блин. Коз выгнали.
что тут? Пыжик. О, собаки поймали, чего с пыжом. Потом еще, правда, грызлись 5 минут. Не могли поделить. Немножко порвали. Ну, сегодняшний трофей единственный. Хороший кот. Первая единственная куница в этом году. Ну, еще завтра есть шанс. Ну, конечно, мало. Да, что, закончился капец, предпоследний день сезона охотничьего на зайца. Добыли мы куницу, точнее собаки добыли. Видели три зайца на глаза, коз, лося. Короче, много чего видели мы сегодня. Много эмоций получили. Отличная охота. Вот большая компания, море собак, все довольны. Погодка сегодня была классная. Не холодно, снежок шел, то солнышко. Короче, супер. Занимайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угоде. Увидимся в угоде. Красиво, красиво. И что, стоял? А, стоял. Погода сегодня, конечно, была классная. Классно. Что ветра не было, так это. Завтра будет опять хорош. А, ну да. На завтра может не подняться. Ну сегодня ж поднялся.